Здравствуйте, дорогие телезрители. В общем, мы снова с вами. Александр и... Чего? Не понял. Ну хорошо. Александр и Ира, короче говоря. В общем, мы для вас записываем этот бой. В очередной раз, уже прошло какое-то время. Мы уже в этой игре освоились. Точнее, наверное, я освоился. Ну и сейчас мы вам покажем самый настоящий мастер-класс. По крайней мере, постараемся. Так что смотрите, учитесь и наслаждайтесь. Сольемся. Ну, сейчас посмотрим. Надеюсь, что нет. Посмотрите, дорогие телезрители, какой у меня замечательный этап. Какой он огромный. Это просто как целая квартира. Ну, наверное, можно жить. Втроем. А у всех остальные такие маленькие, конечно, в сравнении со мной. О, а вот справа от меня едет тот самый танчик, на котором ты тогда в одиночку ушли четверых не забрала. Да, все пока что идет по плану, смотри-ка начать. Все прямо идет прямо вот по плану, как и должно идти. Та еще штучка, ой, слушай, прям вот ник оценил, серьезно, смотри. Та еще штучка, блин, вот классный ник. Прямо аплодисменты мои. Весна. Скорее бы уже доехать, что-то я еду, как черепаха. Ух ты, сколько ж нас тут, ничего себе, сейчас пробка образуется. Тебе здесь... А, нет, тебе здесь не нужна помощь. Конечно. Это кто-то тут есть? Не пробил, ничего себе. Не пробил. Меня зато пробили. С ума сойти. Что, какой-то крутой танк шли против меня. Опять не пробил. Слушай, ну включил, называется запись. Я теперь никого пробил. Ты их там объехал, что ли? А я в горку въехал. О, стрельнул. Есть! Замочил кого-то. Вот, посмотрите на этот мастер-класс. Сразу пишем рыбы. Потому что мы поймали с вами одну рыбу, дорогие телезрители. В прямом эфире. Ой-ой-ой, отойди. Есть! Почти всего его снес. Давай, добивайте его. Вот, это я понимаю, басист. Рыба. Ну смотри, расшатываем. Хотя счет-то 7-7. Ну наши сливаются. Чё? Врачьё. В команде оно всегда есть, дорогие телезрители. Вот так. Почему сливается 7-7? Ну, смысл в том, что убили у нас в команде. Поэтому... Я в этом плане сливаюсь. О. Эх, нет, за домик спрятался. Арту даже подсветили. А их там целых две. Надеюсь, она нас не прищучит. И на базу поехала. Да, поехали на базу. Ты можешь тут остаться? Я с горки, да, стреляю здесь. Вот, я жду для телезрителей фраги набиваю все-таки. Я арту не успел уже. Ясно. А тут не мешают. Да, на базу я не успею сейчас. А тут не дико мешаются. Давай, рак, подвинься. Вот так тебе. Двигайся, рачьё. Ну, давай. Есть! Вот так вот, дорогие телезрители. Саш, поднять. На базу едь. На базу, на ихнюю базу? На наш. А ты посмотри, сейчас там я не успею банально доехать. Я понимаю, я просто здесь арту обнаружил. Позволь мне её в группу. Да? Секундочку, почти. На, вот так, дорогие телезрители. Так, сушка, на нашу... Да, я не успею. Как натяжён там? Я натяжён там. Я тебе... То, что минуту две сказал назад. Вставай на их тогда. Вдруг я успею. Собью. Давай. Но я не успею. Ну, блин, ну ладно, что поделать. Да, беда вообще. Беда, слушай, беда, действительно. Я говорю, наши там что-то обломались. Здорово, а я что, не знаю, куда вот он мне показывает, едь туда, внимание. Не успеваю. Эх, да, не успеваем. Ну вот, дорогие телезрители, такое случается, да. Это фейл. Зато ты набил три танка. Зато я набил три танка, да. Поэтому я говорю, мне и не обидно. Уж ладно.
Ну вот такая была серия, дорогие телезрители. Все, мы с вами прощаемся. До новых встреч. Собственно, подписывайтесь на канал. Играйте только на хороших танках. Ну, ты первый по дамагу. О, я еще первый по дамагу, замечательно. Ну все, до свидания, дорогие телезрители. Рыба, Ксения Собчак. Блин, Саша. Я подавилась за тебя почти. Хорошо.